В 2020 году Россия настолько сделала рывок вперед, что до сих пор хранит отходы животных на открытом воздухе. И весь аромат таких технологий разносится по Новосибирску каждое лето. И мэрия, и губернатор не считают это проблемой. И вся система власти становится абсолютно беспомощной, когда нужно выяснить, откуда идет запах. А все потому, что нынешний владелец Кудряшовского мясокомбината знает толк не только в крепких ароматах, но и во властных коридорах. Если ты крупный спонсор «Единой России», то местная власть становится слепой на любые вопиющие нарушения. Хотите изменений в городском управлении? Присоединяйтесь к нам на сайте nsk2020.ru. Здесь мы выдвигаем кандидатов в городской совет для реального решения проблем города. Вместе выгоним мэра Локтя единороссов из мягких кресел. Заходите на сайт коалиции и регистрируйтесь, чтобы мы могли сообщить вам, кто ваш кандидат на выборах.